Привет, с вами High-End Gadget. Одно из самых популярных направлений на краудфандинговых площадках – это различные электровелосипеды и прочие средства передвижения, которые довезут от дома до работы, минуя пробки на дорогах. Smart Circle S1 – очередное воплощение идеи легкого и складного электросамоката для городского жителя. Разработчики устройства заявляют, что их творение самое легкое и самое компактное в мире среди конкурентов. Рама байка выполнена из карбона, а складная конструкция позволит всего за 5 шагов сделать Smart Circle S1 пригодным для размещения в рюкзаке. Все вроде бы и хорошо, но согласитесь, в разложенном состоянии он как-то неуклюже выглядит. Понятно, что внешний вид является жертвой размеров и складной конструкции, но все-таки хотелось бы видеть что-то более серьезное. Хотя для тех, кому важна именно компактность, этот момент будет второстепенен. Ехать можно, носить в сумке можно, да и ладно. Smart Circle S1 может развивать скорость до 20 км в час и проехать на одном заряде батареи 20 км, что для таких размеров является вполне неплохим результатом. Батарея марки Samsung расположилась в седле, для полного заряда потребуется около 2,5 часов. Мобильное приложение Companion, в котором можно следить за скоростью, уровнем заряда и прочими показателями, доступно как для iOS, так и для Android смартфонов. Есть функция блокировки байка, но я бы не стал на нее сильно рассчитывать. Вес Smart Circle S1 равен всего 7 килограммам, любой вор сможет унести его подмышкой. Самые первые покупатели смогут сделать предзаказ на Indiegogo за $549. Далее цены будут только повышаться. Минимально необходимая сумма уже собрана, первые байки должны отправить покупателям уже в октябре 2017 года. На этом у меня все. Если было интересно, не забудьте оценить увиденное. До следующих видео!